А, круто. Я, короче, уже стрим начал быстро. Сейчас, подожди, я в Ютубе гляну, как он выглядит. Я-то просто не знаю, без понятия. Ты меня там подождешь, короче, окей? О, все, круто. Какое разрешение? 200. Ух ты ж, у меня 1080 разрешения, прикинь, на стриме. Нормально. Короче, сейчас стрим идет, все, лапад запустил. Меня слышно? С микрофоном. Да, отлично слышно, все, вот сюда. На стриме слышно? Да, слышно. О, круто. Я, короче, это скидываю. Да, хорошо, пока. Не пока, а сейчас это. Ну что, ребят, всем привет! Мы начинаем играть в нашу игру в PUBG, которая у нас не удалась в тот момент и шла очень для меня что-то хреново, а для вас без понятия. И мы как бы будем стримить в качестве 1080. Алло. Макс? Да, я тебя слышу, что? Кто это салюты пускает? Ты меня слышишь? Макс? Да, я тебя слышу, что? Ему 5. Да! Ребят, я просто посмотреть хотел. Макс. Да. Макс. Что? Слышишь меня? Алло, ты меня слышишь? Макс. Да. Bring up voice chat. Да я слышу тебя, алло. Bring up voice chat. Я включил голосовой чат, но он говорит, я его прекрасно слышу, но... Макс? Да. Бля, ребята, ты короче, меня слышишь? Я тебя слышу прекрасно. Все, короче, ребята, это... Сейчас, минуту, вот так вот. Я его прекрасно слышу, но что-то он меня не слышит. Алло. Алло. Я тебя слышу прекрасно. Да? Да, я тебя слышу. Блин, я тебя не слышу. Ладно, будем общаться. Так. Окей, а меня...
Ну да, должно вроде бы. Ты же будешь говорить в этот, в телефон говоришь. Тебя прекрасно слышно. Да я не знаю, у меня микрофон включен, все в порядке, звук включен. Давай. Макс, короче, держимся вместе. Я понял. Не уходи от меня, потому что могут убить. Либо тебя, либо меня. Я понял уже. А ты микрофон пробовал включать? Да у меня... Слышишь меня? Слышишь меня? У меня, короче, микро включен, и, наверное, из-за стрима он меня не слышит. Блин, я пристрел на 8x, нашел, но на какое-то О, не дай очень такое мне оружие. надо, надо. О, блин. Блять, мне не подойдет это. Ай. Погнали, короче. Мы пока что тащим, обыскиваем дома. И да, ребята, если кто хочет узнать, как все играем, мы, короче, играем по сетке. Я ему, может, предложу этот сейчас вайбер пойти. А меня нихуя не слышно, прикольно. Стой, не уходи, далеко не уходи. Знаешь, что я дома лутаю? Иди поближе сюда, подойди. Поближе. Макс, если ты меня хорошо слышишь, то в чат не пошли там, типа. Я понял, понял. То есть ты меня слышишь, да? Excellent work. Да. Хорошо. Странно, почему-то я тебя не слышу. Слушай, может, ты меня заглушил случайно? Там есть динамик, да? Над микрофоном есть динамик. Нажми на него, нажми, получается, а хотя нет. Я тебя не глушил. Не, я, короче, нажми динамик над микрофоном, и там будет первый, второй, третий. И если на мне стоит такая оранжевая штука, то выключи ее. Пошли за мной, за мной иди. Макс, пошли. Я тебя не глушил. Окей, хорошо. Ну, пошли за мной тогда. Ты стрелял? Да. Стрелял я. Короче, ребята, погнали куда-нибудь в этот. Мы уже и так Ты в центре. стрелял, да? Блин, Идем. что-то нету людей, как-то скучно. Что вы не Поехали на стрелять? починки. Макс, 51-60 пошли. человек. Или 50, фир его знает. Мы, короче, за машиной. Так, Вау. ищи тачку, тачку ищи. Я и пешком добегу до починок. Сейчас что-нибудь найдем, не знаю. Может, что прикольное найдем, может и нет. Ты куда лутаться?
Я машину искать надо. Не отходи от меня далеко. Да я бы живу один. Вообще желательно не отходить друг от друга, потому что мало ли здесь где-то кто-то ушел от меня, меня вырубили. А так. Давай развернемся, наверное. Пойдем на починки. Сука, зашибись. У меня теперь... Я думал, это у меня не работает, и прикольно. Так, ладно, погнали на починки с тобой. Сколько людей на стриме? Хико, знаю, сколько там людей. У меня пока не показывает. У меня трансляция тупо идет. Макс, сколько людей на стриме? Напиши в чат. Не смотрел. А, ну ладно. Потом, когда посмотришь, напишешь. Окей. Ладно, ребята, сейчас погнали. Мы дальше побежали с вами. Тут первого уже трахнули, как я говорю. На починках должны быть люди. Ну, по-любому должны. Я из-за стрима, ты меня не слышишь, чувак. А так все в порядке. И да, ребята, 40 человек осталось, но мы быстро это разнесем. Мы должны затащить с ним. Если что, это Илья, а я Максим. И мы как бы два чувака, которые ведем это. Владелец этого канала. Сейчас подожди. Правда, меня очень давно не было там. Просто я очень ленивый. Я надеюсь, меня слышат. Пинки грёбаные. Да грёбаные. Аккуратно, вот в этом доме, который спереди, Макс. Вот в этом вот может кто-то быть. Аккуратно. Го его зачекаем. Стой, дай я чек на второй этаж. Если чё, прикрой меня. Не, нету, но там кто-то стреляет. Не знаю, должны, вот сейчас будем... Ничего не видно. Давай дверь закроем, посидим здесь, в принципе. Двери надо закрыть. А, закрыты. Он заходит, я... Ой, я вижу чела. Где, блядь? Тихо, Макс, аккуратно. Первое убийство. Красавчик. Дверь надо закрыть, короче, я там чела видел. Иди сам к нам, чувак. Мне надо как бы затащить эту грёбаную катку. Тук-тук-тук, куда? Кто ж мальнул, ёпта мать. Наш вон там он находится. Вон там чел ходит. Ух ты, ё, у меня... В кого стреляешь? Ну, ладно, пофигу, спрашивать не буду. Он там сныкался в доме. Макс, короче, наверное, надо идти в другой дом. Там где-то чел. Ну, хотя... Даже не знаю, стоит ли. Сейчас затащу. Алло. О, давай так будем общаться, а то мне как-то неудобно, короче. Мне тоже. А в кого ты так шмалял?
там чел был. А ты не слышал? Я тебе говорил уже. Я слышал, что ты там чел был, а я просто не могу понять, где он стоял там. А, ты его не видел? У меня Стоять, стой, просто стой, стой. пристрел на 8x, там, а, вон он. Я его... Вон, чела, чела, чела. Шмаляй, шмаляй, шмаляй. Блять, ну когда человек тут забежал, пипец. Тебя сколько киллов уже? Пока ноль, блин, он побежал, побежал. Он тебя, ты походу в него попал один раз. Да, я попал в него. Иди в ход чекай, я там буду их чекать. Я и так вход чекаю. Я Кто-то на машине. на машине вижу чела. Да, подъезжает. Аккуратно. С этой стороны рашен, рашен, рашен. Пушим. Да пофиг, с какой стороны он на второй этаж тебя все равно сам пойдет. Да, подожди. Куда он поехал, блин? Мне больше пугает, где чулы. Да я машину, короче, эту прекрасно слышу. Не слышу вообще. Я тоже уже не слышу. Он не поехал никуда. Он, походу, здесь высадился. А меня на стриме же слышно, да? Да, слышно. Да, слышно. Ну, понятно. Ай-яй. По мне шмальнули так-то. Я вижу, я вижу, я вижу. Кто-то там сидит. Кто-то со снайпой. Со снайпой. Засядь, залекайся. Сейчас, залекаюсь. Я не вылажу специально. Я помню, как я помню, как вчера. Я помню, как вчера. Это. Слушай, интересно, откуда это? Это, походу, меня просекли эти. Все, ложись, короче. Ну, ложись и лежи, ложись, не вылазь. Это те, по которым. Я понял, походу, где, откуда. Стреляй давай, ёма. Стреляй давай, ёма. Все равно плохо видно, блин. Такое чувство, блин. Такое чувство, блин. Короче, наверное, я не увижу, скорее всего. Пошли с этой зоны. Пошли с этой зоны. А чё, зачем? Нормально, нормально. Ведь нормальная зона. Нормальная зона. Но красный. Но красно. Бла. Бла. Сюда, а, я думал, ты ушел куда-то. Я сижу просто. Я сижу просто. Опа. Это я хожу. Это я хожу. Не, я, походу, кого-то заметил. Но я видел там двух человек на починках. Опа. Вон там. Опа. Походу, те мои знакомые, которые меня вчера завалили. Что? Что? Я говорю, я вчера в PUBG играл. А, ну я тоже вчера играл. Ну, меня, короче, два чувака сняли со снайпера. Они, короче, на холму лежали, а я на крыше. Я спрыгнул с крыши и побежал. Я, короче, просёк, где они были тогда. Я не могу просить, где. Они специально лежат, чтобы ты не просёк. Я, походу, предполагаю, где они могут быть. Видишь там маленький домик, но тебе его не видно будет. Где? Где? Вон, отойди, смотри, отойди, смотри, отойди, 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 отойди. Вон там вдалеке маленький домик есть. А, вон я. А, вон я. Ну, вижу, вижу. Типа вижу, там вижу. Еще, смотри, мост, да? Что? Потом возле дерева там маленький дом. Видишь? Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Я их возле того дома видел. Ну не значит, что мы сидим. Скорее всего. У тебя есть хаешка? Нет. Нет. Блин, закинули бы. Подошли бы и закинули. Тебе глушак надо? Тебе глушак надо? Глушак? Давай, стой. Нет. Блин, погнали. Зону.
А мы пешком? Мы пешком. Да, только очень аккуратно. Хорошо. И постоянно чекаем право. Нас встретили. Это не по нам. Беги просто. Бегу. Бегу. Не обращай внимания. Не, ну так не обращай. Не, так не обращай. Только если со снайпы попадают, ты сразу ныкайся в ближайший дом. А если поблизости, дома нету? Дома нету. Ну, за деревом снайпись. Дерево можно прострелить. Чекай зад, чекай зад. Пока жопа еще не горит. Жопа еще не горит. Всего 12 человек. 12 человек. Осталось. Пока что-то слабенько. 11. 11. Наш кого-то еще. Наш кого-то еще. Не, ну реально слабовато. Не, ну реально слабовато. Ты где? Привет. А вот. Я подожду тебя. Все. Блин, что этот, какой он второй командует? Да, он не командует. Да, он не командует. Он вообще далеко. Ну, не очень далеко. Угу. Нормально. Ясно. О. Все, блин, аэродроп. Там аэродроп. Упал. Нам надо заныкать. Там дом есть поблизости. Хотя нет, опасно, опасно, опасно. Я понял, что опасно. Погнали, заберемся на тот холм. А чё нам забирать? Чё нам забирать или? Так, ладно, сейчас. Так, ладно, сейчас. Или в дом за... А, блин, мы, наверное, не... Я сам не знаю. Чё делаешь? А, аэродроп далеко. Аэродроп далеко. А вон люди, осторожней. Осторожней. Где, 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 где? За домом все. Вон бежит еще один. Вон бежит еще один. Стоп, где, где? Вон бежит. А, вон бежит. Сними его. Сними его. Попал. Лежит? Лежит? Нет, нет, нет. Блин, не вижу, не вижу, не вижу. Они, короче, к аэру. Они, короче, к аэру. Дропы побежали. Дропы побежали. Ай, не вижу. Давай быстрее ко мне. Давай быстрее ко мне. Хочу снять, хочу снять. Ладно. Стой, может, отсюда? Не, отсюда вообще не видно. Опасно вообще. Опасно вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Залезай давай. Залезай давай с ней. И ложись. И ложись. Стой, там где-то сел был. Я хочу прочекать. Смотрите, аэродроп может. Не, отсюда видно аэродроп. Кстати. Что? Что? Ой. Он влечет. Он влечет, смотря. Это не я. Это не я. Это не я тоже. Откуда шмаля? Откуда шмаля? Там где-то спереди. А ну-ка выйди. Выходим, короче. Че выходим? Че выходим? Выходим. Сейчас подохнем, сейчас если. Подохнем, если. Ну это где-то там, где-то там. Ладно, выходим. Он явно один, он явно один. Поехали. Поехали. Он в кустах может быть, поэтому аккуратно. Тем более мы вдвоем, даже втроем. Что, тем более втроем? Тем более втроем. Ну там еще этот где-то рядом. Макс, ты что так далеко отошел сюда, иди. Ой, бля. По нам шмаляет, блин. Я не вижу. По тебе попадали? Да, ой, по мне. Попали. По мне. Черт. Меня вырубили. Я ложусь. Бля, откуда он шмаляет? Откуда он шмаляет? Откуда, интересно? Вот прям вообще. Я подох. Я тоже. И откуда шмалял? Он. А, из-за дома. Это что, наш? А, это наш, стой. Откуда тот шмалял, я не понял. Не знаю. Ладно, погнали. Выходим. Бля, он просто, наверное, где-то лежал.
так, наверное, и есть. Он, наверное, лежал, нам надо лучше было сидеть дома, дома, не, дома не, не бежать никуда. Не бежать никуда. Скорее всего, да. Попробуй микрофон включить. А я... Это я, он не работает из-за стрима. Думаешь? Знаю. Знаю. А, ну ладно. Подготовься. Готов. Готов. Ну, нет, ты не подожди, готов подожди, еще. Подожди, подожди. Подожди. Я хочу глянуть, сколько, у меня, сколько людей было. Прямой эфир. Чат все равно заблокан. Алло. Сейчас скажу. Подожди, подожди. А чё так это? Сколько людей было? Мало. Сейчас все равно заблокан. Да ноль вообще. Нет, это я... Подожди, я сейчас хочу остановить стрим и начну новый, а на...